Добрый день. Это наши новые покупки. Сальса. Вот такое соцветие. Всего 3 зеленых на 4. 4 зеленых побега. Или 5. Но очень слабенькие. Вот они. Вот такие вот побеги, много сухости. Непонятно, где хранилась гортензия, почему так плохо отошла, или это специально сделано. Ну, вот такой саженец мы получили. Саженцы примерно 4 полноценных побега. Опять же, присутствуют сухости. Не отошли некоторые побеги, хотя должны были отойти. Вот 3 побега зацвели, 1 побег сидит. Ну, вот такой саженец мисс Саори. Ну, и нет надписи, что это мисс Саори. Догадывайтесь сами по цветкам. Саженец You Me Love. Соцветий нет. Поэтому ожидать, что это оригинал, не приходится. Вот такие 5 побегов. Один хуже другого. Опять же, много сухости. Вот такое вот название. Ну что, будем работать. Посмотрим, какой это лак. Вот такие саженцы к нам пришли. Ну, конечно, за цветы спасибо. Я хотя бы увидела и вообще не буду сомневаться. Из 7 саженцев только 1 саженец без соцветий. Это You and Me Love. И то, тут такая бирка, что непонятно. Фирменных бирок нету. Значит, выращены они в Украине уже. Ни польских, ни голландских, никаких бирок нет. Вот такие вот саженцы приходят сейчас в июле. Хотя я ожидала большего. Вот такие соцветия. Это мисс Саори. Это Сея Эверблюм. Сзади. Там вот. Можно посмотреть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, знаете, деньги плачу за сорт, поэтому вот у меня под вопросом только You and Me Love. Потому что она без цветов. Единственная без цветов. Буду вам показывать дальше свои новые приобретения и какого качества. Говорить, какой садовый центр мне прислал, я не буду. Я не буду делать негативную рекламу. Просто показываю, какие новые сорта появляются в моем саду. Конечно, You and Me Love будем ждать соцветия. И только тогда точно могу сказать, да, это You and Me Love. Итак,
Это у нас новая серия Everbloom. Что я могу сказать? Я понимаю, что в садовом центре очень много растений. Но это нечто. Еще меня огорчило то, что нет фирменных названий. Ну, то есть фирменных лейб нету. Здесь, значит, вот Everbloom Pink Wonder. Сейчас я покажу. Это Everbloom Red Wonder. Everbloom Pink Wonder. Everbloom Blue Wonder и Everbloom White Wonder. Что меня радует, это величина соцветий. Скорее всего, все было брошено, все силы были брошены на соцветия. Все делалось для того, чтобы это растение хотя бы зацвело и его можно было продать только из-за качества цветков. Вот если посмотрим, пинг. Один цветок в диаметре 3,5 сантиметра. Блю. Цветок в диаметре 3,5 сантиметра. Вообще, по описанию, если качественно вырастить саженец, это должны быть компактные кустики с бутылочным цветом листьев. Это новая серия. И соцветия очень большие. Ну, соцветия мы увидели. И вот даже white тоже видно. Большие соцветия, плотные шапки. Вот только расцветает. Но качество кустиков оставляет желать лучшего. Горшки 3 литра. Вот они пишут. Нет, не здесь. Не здесь. Вот на одном пишут, что это 3 литра. Но я же не горшки покупаю. Я же растения покупаю. Ну, я уже такие растения получала. И у меня они растут в саду. Я их выхаживала. Надеюсь, что и в этот раз у меня получится. Everbloom – ремонтантная серия с компактной кроной, с крупными соцветиями. Новая серия. Очень интересная. И правда, цветы очень красивые. Вот. Red только как-то так не показательные, они, наверное, только начали зацветать, и то выбрали уже цветущие специально, чтобы я не так ругалась за кусты. Но ничего страшного. Самое главное, что они у нас продаются на Украине, значит, будут расти в наших садах. Спасибо за внимание. Пока, до новых встреч на YouTube.